Здесь вы видите проведение испытательных пусков наших ракет. Самые малые из них выезжают на Красную площадь, а самые большие просто на Красную площадь не поместятся. Они очень крупные. Сейчас вы видите, собственно говоря, это Тополь, Ярс, это ракета для подводной лодки «Булава», ну и, собственно говоря, «Сармат». Значит, такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство. Мы также изготавливаем на наших предприятиях еще и «Искандеры», и ракеты «Кинжал» гиперзвуковые.